Крутский, 12-й. Пожар на Пушкина, внутри находится женщина. Тревожный сигнал в службу спасения поступил утром 9 февраля в 7:46. Мне сообщили соседи, мгновенно. Сразу же сообщили, что около моего подъезда стоит куча машин. Позвонили, увидели. Я сразу же позвонил на телефон маме, естественно, не ответил. Я уже понял, что случилось несчастье. Бегом сюда. В это время спасатели уже вели бой с огнем. Пожарный состав было решено разбить на две части. Первая по подъемной лестнице пробиралась внутрь, вторая отправилась через подъезд. Каждая секунда была на счету. Дверь пришлось взламывать. В одной из комнат обнаружили женщину. «Выносим на воздух», – раздалась команда. Внизу уже ждала бригада скорой помощи. Ноги сюда. 88-летнюю женщину госпитализировали. У нас не пустили в реанимацию, но со мной вышел доктор, поговорил. Ну и сказал, что дышит самостоятельно, только верхние дыхательные пути у нее наглоталась она. Пожар не прошел бесследно. Квартиру теперь ждет незапланированный ремонт. В результате пожара огнем повреждена кровать и постельные принадлежности, закопчены стены и имущество в квартире. Сейчас специалистам предстоит установить причину пожара. По версии детей пострадавшей, ей могла стать настольная лампа, которая стояла в комнате. Очень большая благодарность, кстати, работникам МЧС, что они ее спасли. Максим Кембель, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.